выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту. Сейчас, внучок, попьешь свежего молочка. Баба Валя тебе надоит. Усталость иногда сожмет у сердца грудь. Настигнет нас беда, что посложнит нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Записываем. Понятие «сверхценные идеи» обозначает суждения, аффективно насыщенные и носящие фиксированный характер. В клинической практике выделяют сверхценные идеи, наблюдающиеся у психически здоровых, и патологические, являющиеся признаком психического заболевания. Понятие охватывает большой спектр ситуаций. Сверхценные идеи могут формироваться как у людей, обладающих личностной предрасположенностью в определенных жизненных ситуациях, так и при различных психических болезнях. Такой человек не только не борется со своими сверхценными мыслями, а напротив, он пытается добиться их торжества. Как пример возникновения сверхценных идей, в норме может служить преданность человека какой-либо научной идее. Ради доказательства правоты этой идеи он готов пренебречь абсолютно всем, что не относится к преобладающим в его сознании мыслям. Но тут ведь вопрос, что такое норма? И кто такой этот нормальный человек? Каким нужно быть человеком, чтобы не вызывать недоумения, не вызывать страх у других людей? И что вообще лучше? Прожить серую, прожить никчемную жизнь? Или быть самим собой? Ну да, пусть и немного безумным. Валя, братан, я все придумал. Валь, все придумал, все, сейчас сижу, план рисую, уже почти все готово. Сейчас его вывешу. Все, Валь, я потом все тебе расскажу, все потом расскажу. Все, давай. Ну что, давай. Чего давай? Давай ребёночка сделай. Ребёночка? Я знаю, для чего тебе нужен ребёночек. Молоко тебе нужно мое, вот что. Отстань от меня уже. Давай, ну пожалуйста. Ну, давай.
Давай. Все? Конец? Да. Пожалуйста, не отвлекаемся. Энтузиазм, с которым человек может продвигать свои сверхценные идеи, можно позавидовать. Он мобилизует все свои силы для поиска, для поддержки и одобрения у окружающих. Такое рвение может принимать патологические формы. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути в жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту. Олег Олегович, подождите, у меня пациент. Нам нужно срочно поговорить. Прямо сейчас, очень срочно. Оставьте нас, пожалуйста, на 5 минут. Олег Олегович, у меня к вам деловое предложение, от которого вы точно не откажетесь. Эти люди могут быть очень убедительны. И стоит шаг пройти, заносит время слеги. Обратного пути в жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как доброту людей. Поверь в мечту, как красоту. Но далеко не всегда такие люди находят понимание. Пошел вон. Алло, Валь. Привет, Валь. Слушай, помнишь, я тебе рассказывал про план свой? Про план, про молоко, про все. Я же все придумал. Досконально все сходится у меня. А вот, вот у меня проблема, у меня денег нет, Валь. Ну, есть один вариант. Попробуй позвонить в микрозаймы. Микрозаймы? Да, они могут помочь. Точно, Валь, точно. Спасибо, Валь. Я потом тебе позвоню. Алло, Валь. Да. Валь, привет, Валь. Здорово.
Слушай, ну, не вышло у меня, Валь. Есть какие-нибудь варианты еще, Валь? Ну, есть еще вариант один. Ага. Можно позвонить серьезным людям, поговорить с ними. Если им все правильно объяснить, могут помочь, наверное. Я все объясню. Ты мне номер скажи. Записывай. Пишу. 8. Угу. 704. Так. 704. Так. 44. Так. Так, Валь, спасибо, Валь, спасибо. О, мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть, в пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Усталость иногда сожмет у сердца грудь. Настигнет нас беда, чтобы осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, как в доброту людей. Поверь в мечту, как в красоту. Поверь когда-нибудь. Stasera che mi riporta un poco del passato, la luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia. Soltanto mia. В основе сверхценных идей могут лежать правильные по своей сути идеи. Но, опять же, не всегда. Однако такие идеи получают в сознании человека не соответствующее их реальному значению доминирующее положение. Чрезмерную ценность. Подчиняют себе всю жизнь человека и приводят к неблагоприятным последствиям для его жизни. Алло, Валь, плохая была идея. Есть еще вариант? Ну, не знаю. Машину продай. Ага. Спасибо, Валь. Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te. Нередко сверхценные идеи могут выступать в качестве проднормального состояния бреда, отражать начальные этапы формирования более сложного психического расстройства. При таком варианте бреда у человека могут быть даже галлюцинации, выраженные аффективные переживания. Бредовая симптоматика, как правило, является типичным симптомом расстройств шизофренического спектра. Thank you.
Молоко «Домик в деревне». Вкусно, как у бабушки. Специфического фармакологического лечения сверхценных идей не существует. Наиболее научно-доказательной психотерапией подобных нарушений выступает когнитивно-бихевиоральная терапия. Людей со сверхценными идеями и смежным с ним бредом достаточно сложно вовлечь в конструктивный диалог. Попытки поговорить о реальности идей оказываются неэффективными. Такие люди стремятся полностью контролировать ход разговора. Но в разговоре с таким человеком можно найти и конструктивное зерно. Здесь очень важно подобрать правильные слова, и тогда есть вероятность скорректировать вектор его мышления. Но эта грань, она очень тонкая. Ваши слова могут быть восприняты совсем иначе. Начальное, общее, общее, полное, среднеспециальное, высшее, дипломы московских, питерских вузов. Мне диплом мамологи нужен. Синий, красный? Красный. Пройдем любви закат и
встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Пройдем в любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Поверь в мечту, поверь в мечту. Сейчас, внучок, попьем свежего молочка. Что это? Что это? Что? Проблеме соотношения гения и безумия уже полтора столетия. На данный момент вместо гения теперь говорят об одаренности, говорят о творческих способностях или креативности. Вместо безумия теперь вообще уточняют диагноз. Кто такой нормальный человек? Каким нужно быть человеком, чтобы не вызывать недоумения и страх у других? Что лучше, прожить серую и никчемную жизнь или быть самим собой, хоть и немного безумным? Есть ли гений отдельно от безумия? Вот Леонардо да Винчи. Он гениален? Бесспорно. А не безумен ли Леонардо да Винчи, потративший почти 12 лет, рисуя губы Мона Лизы? Где эта граница между гением и безумием? Дилемма «больной, здоровый гений» сохраняется в медицинской и психологической плоскости анализа. Считается, что связь гения и безумца возникает исторически, и она связана с определенными социальными ролями и ожиданиями.
В то время как современные ученые, бухгалтеры и инженеры, они должны проявлять качество объективности, качество разума и эмоциональной стабильности, от художников и поэтов, наоборот, ожидают других качеств. Интуиции, игры воображения, чувствительности, темпераментности и экспрессивности, иными словами, проявлений безумия. Безумные гении, те, кто лучше всего, отвечают этим ожиданиям. Риторический вопрос. А чего ожидаете от себя вы? И в грудь.